это именно спортивное направление, где основная цель – это победа над противником. То есть, естественно, где-то идет уже отхождение от исторических аналогов. Кто-то там титан использует, да, где-то незаметно. Кто-то скрытую защиту использует. То есть там, где не видно, но визуально, естественно, остается, вот он рыцарь, визуально он средневековый. Но именно по достоверности, да, то есть он уже, к примеру, если не видно рубаху, да, зачем ее одевать из домотканного льна, когда можно одеть, допустим, спортивный рашгар. Сейчас остановились, что наши все-таки это историческая реконструкция. То есть именно больше научный подход, это именно научное обоснование материальной культуры. Вот. Я, в принципе, вот использую копию данного шлема. Вот. Если не 100%, но 95% точно реконструкция, достоверная реконструкция. Вот представлен полностью комплекс доспеха воина той эпохи. Это кочевник, то есть это черные клобуки, именно степной кочевой народ. Боевая машина – это воин на коне. Причем лошади были в то время специально обучены, они не боялись грохота железа, криков боевых каких-то. Плюс они сами помогали там где-то там копытом легнуть, где-то встать аккуратно так, чтобы человеку было удобней достать оппонента. Вот. Сейчас, конечно, сложнее, потому что современные лошади, они боятся. То есть приходится очень аккуратно, там, допустим, если сабли... Сначала просто показать саблю, чтобы не боялась, да, то есть что... Вот, ну, человек, да, в доспехах. Вот. Они боятся запаха железа, например. То есть это перед тем, как сесть на коня, нужно походить рядом с ним, чтобы он привык